Сегодня мы будем делать кросс-кабель. Для этого мы используем витую пару. Концы ее уже обжаты, но один из концов нам придется приобрять. Я думаю, вот этот, потому что он не очень удачно обжали, уже оплетка вылазит. Для обжима мы используем стандартную обжимку. Вот она. Ну и коннектор RJ45, тоже стандартный. Вот. Ну что, приступим. Ну что, мы закончили обжимать наш кросс-кабель, а теперь давайте разберемся, что же у нас такое, чем отличается стандартный интернет-кабель от кросс-кабеля. Дело в том, что в кросс-кабеле, я надеюсь, тут видно более-менее нормально, дело в том, что в кросс-кабеле последовательность проводов соединения немножечко другая, другая коммутация идет. Итак. С правой стороны у меня стандартно обжатый конец кабеля, как мы его обжимаем всегда. И то, о чем я говорил там в одном из предыдущих видео. Последовательность бело-оранжевый-оранжевый, бело-зеленый-синий, бело-синий-зеленый, бело-коричневый-коричневый. С левой стороны у меня последовательность под кросс-кабель. У меня идет бело-зеленый-зеленый, бело-оранжевый-синий, бело-синий. Оранжевый, бело-коричневый, коричневый. Повторяю. Бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый. То есть, грубо говоря, у нас синие и коричневые провода остались на том же месте. А провода передачи данных бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, оранжевый поменялись местами. Все, спасибо.